Итак, начнем мы с того, что мы сейчас, я вам сейчас расскажу про выхлопную систему, которую мы создали. Она полностью на наших компонентах, полностью изготовлена с нуля, начиная с коллектора. Там новая плита идет, 12-миллиметровая. Выходы там с запасом сделаны под 45 миллиметров. Далее идет 42,4 труба 2-миллиметровая. Она специальным образом варится, потому что необходимо делать рисочки, чтобы полностью был провар. Температура на коллекторе может достигать там и 800 градусов, и 900 градусов, поэтому это самое важное, это сделать надежно. И чтобы это долговечно служило. Далее мы видим то, что есть 4-2-1. Было рассчитано в программе равнодлинный коллектор для того, чтобы повысить мощность этой камеры. Ну, примерно где-то процентов на 10, я думаю, что на 15. А вместе с чипом мы можем достичь и таких показателей, как 240-250 лошадиных сил. Хотя здесь в стоке 200 лошадей. Дальше идет V-Band. После него гофра как компенсатор вибраций. Здесь использована гофра Euro-X. Ребята зарекомендовали себя как производители качественных гофр. Далее вот здесь мы поставили спортивный катализатор. 130 на 100. У него 200 ячеек. То есть у него пропускная способность с запасом. И, соответственно, сама вся труба, вся система на 63-й сделана нержавейки 1,5-миллиметровой. Здесь мы поставили 140-й резонатор для того, чтобы чуть-чуть приглушить именно звук такой звенящий от коллектора. И вы услышите обязательно, как это все будет звучать. В конце идет V-Band. И вот эту вот часть заднюю мы уже делали. Делали ее несколько месяцев назад. Здесь стоят еще два спортивных резонатора и два резонатора Гельмгольца. По запросу владельца также мы довели вот эти вот трубки. Провели их к насадкам так, чтобы они выглядели именно натурально, реалистично, и чтобы было понятно, что это настоящий выхлоп, а не какая-то там фальшивка, имитация и так далее. Вся работа, она заняла по времени где-то около 1,5 недель. Самым сложным для нас это было найти грамотных и профессиональных исполнителей, кто сможет нам выточить плиту коллектора так, чтобы это было максимально надежно и долговечно. Собственно, мы с этой задачей справились. Если говорить про общую стоимость, то стоимость составила около 230 тысяч рублей, полностью начиная с плиты, с головы двигателя и заканчивая выведение к этим насадкам. Условно мы делим выхлоп на три составляющих. Первая часть выхлопа – это то, что находится рядом с мотором и в моторном отсеке. Для атмосферного двигателя на примере Camry – это раннер, который мы полностью изготовили взамен штатного низкопроходимого коллектора. Вторая часть – это то, что идет после первого V-бенда на 63-й трубе. Это гофра, это спортивный катализатор и резонатор. И также третья часть, она нам необходима для оформления звука. Собственно, мы здесь сделали раздвоение. Сделали два резонатора и два резонатора Гельмгольца для того, чтобы создать приятный бархатистый звук, но тот звук, который не мешает в салоне при вождении практически на всех скоростях. Мы не видели таких проектов пока что на Рутюбе и на Ютубе, поэтому мы решили выложить вот этот свой проект на ваш суд. Те, кто эксперты, тоже, пожалуйста, делитесь комментариями, можете писать, что мы сделали так, что мы сделали не так, где есть нюансы и доработки. Оцените, пожалуйста, его, как вам вообще такая работа, насколько вам вообще заходит такой контент. Он довольно длинный, может быть, слегка нудный, но эти технические составляющие, они позволяют понять все тонкости и все сложности работы, с которыми связано конструирование и проектирование выхлопных систем. А на связи Игорь, Ультравыхлоп. Как всегда, обнимаю, сердечно радуюсь вместе с вами вашим громким выхлопом. До новых встреч!